Привет! На первое у меня сегодня шурпа. Вариантов приготовления шурпы множество, я сегодня предлагаю приготовить так. Ребрышки 800 грамм порежем, кладем в большую кастрюлю, у меня объем 4,7 литра. Заливаем водой. Ставим на огонь. Как начнет закипать, снимаем накипь. Подсаливаем, огонь делаем минимально, чтобы бульон немного побулькивал, и крышку плотно не закрываем. Так точно у вас бульон получится прозрачным. Варим до готовности мясо. У меня по времени занимает 1 час. Подготовим овощи. Порежем крупно. Болгарский перец. Морковь порежем пластинками. Свежие помидоры дольками. Луковицу порежем мелкими кубиками. Картофель очистим и кладем целиком. Если слишком крупный, режем на 2-4 части. Добавляем перец, сразу же морковь, помидоры и лук. Варим до готовности овощей. Пробуем на соль, если нужно, добавляем. Добавляем лавровый лист и специи. Я добавляю черный перец и сухую аджику, примерно 1 чайная ложка. Чеснок мелко порубим и добавим в суп. Варим минуты 2 и выключаем. Зеленью я обычно посыпаю при подаче. По желанию можно добавить в кастрюлю. У нас сегодня большая компания, я решила добавить сразу в кастрюлю. Готовой шурпе даем настояться минут 15-20 и разливаем по тарелкам. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я вам желаю приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!